сама как бы из таких я не особо там, ну, обращаю внимание на какие-то, ну, в общем, практически, ну, можно сказать, на здоровье особо не жалуюсь, но когда-то у меня было, есть проблема, ну, загнутый мочевой, господи, желчный пузырь, да? Ну и когда-то она у меня так выскочила, эта проблема, ну, несколько месяцев назад. Ну, сложно в машине было ехать, потому что любая тряска, и было больно. Ну, собственно, на несколько часов я эту проблему решила. Ставила не желчный пузырь, там не получалось. Ну, такие как бы личные такие впечатления. Ставила дискинезия желчевыводящих путей. Ну, это так, индивидуально, просто подобрала. Единственное такое было впечатление, значит, когда переставал болеть желчный пузырь, начинала болеть голова. Я ставила детоксикацию, переставала болеть голова, начинала болеть желчный пузырь. Ну, это такое вот как бы.